И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Сын. Да. Как же ты переберешься? Наверху. Видишь? Отец, по пути мы встретим других людей. Грабителей? Возможно. Да. Смотри. Раньше весь наш лес защищала полоса деревьев. Но... вон там, в ней прореха. Это ты срубил? Она выбрала деревья для своего костра. Понимаю. Идем. Не оглядывайся.
Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Они нас не видят. Стрелять? Жди команды. Сын, соберись! Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Сын. Ладно. Поселение йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственны, поэтому я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Скат!
стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Эй, кажется, там сундук. Иди. Ага. Вон гора. Идем. Погоди. Крепкий. Видишь? Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Прости. А, снова драугры. Но эти не движутся. Они мертвы? То есть совсем мертвы? Сын. Живые, живые! Меткость важнее скорости. Прости, я не готов.
последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Посмотри. Читай. О, тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то наверху! Смотри, наверху! Кто-то ломится сюда! Кто-то ломает стену! Отпусти! Лети за ними! Отец, не сломай!
Ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. Что это? Мы пойдем на это жуткое пение? Но не для твоих стрел! Стреляй! Yeah!
сдаются! Мы пойдем на это жуткое пение? Никогда не думал, что увижу. Я не понял, почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Thank you.
Так вот, как сюда спускаться. Так вот, как сюда спускаться. Передвигаться стаями. Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной.
сын, здесь еще один. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор, даже мировой змей. О, наверное, Тор разбил ему голову. Но смотри, его раздавило тело Громгнира. Идиот. Смотри. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. Что это там? Нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен.
Скитальцы? Нетронутые. Гляньте. Быстро разводите костры! Зигмунд, ножи! Уже столько дней без мяса. Мясо? Это мы? Назад. А вдруг перекинуться? Живыми будем держать, а мясо отрезать. Понемножечку. Сражаться я буду один. Он убил его! Он же один! Thank you.
Алтрей! Мальчик! Свое сердце. Идем. Нам предстоит долгий путь. Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Вот. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином.
тебя так отпинаю сегодня! Давай! Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Ты ж пацан, да? Но! Как ее имя? Да не знаю. Мое имя эта скотина не спрашивала, вот и я ее не спросил. А твое? Брок. Вера Логан. Ха! Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Это один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай! С ним надо умеючи, а то ведь так напортить можно. Слышь, мужик, а хочешь, я его тебе прямо сейчас подточу, а? Ну, что скажешь? Я! Ты прав. Я тебе не верю. Идем, сын. Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Дигр-дикья-тумбар-бакру. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? Ну чё, мне с ним поработать или как? Хорошо. Но смотри, чтоб улучшил. Ищу. У меня. Гляньте. Ну, что вы там нашли?
материал весьма прочный. С твоим напором идет против. Ну, парень. Опять вы? Ищешь чего, пацан? Вперед, без пропуска и без зуб даю. Нет, обаяние, конечно, тоже защита. Но зачем испытывать судьбу? Довольны? Парень! Что еще? Смотри, не спугни! Наш приятель снова прячется за деревьями! Давай, бросай свой топор! Для меня найдется место? Только не сломай мне там ничего! Идет к горе. Ну что, глянешь на мои товары? Брок! Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся?
Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. За работу! Одной проблемой меньше. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо.
Я даже не заметил. На этот раз сломали. Ладно, если это тебя устроит. Чего тебе, мелочь пузатая? Что-нибудь еще? Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей зверюги. Имя ей — сраная благодарность. Эй, сраная благодарность! А ну иди сюда! А хорошо! Эй, вы только поаккуратнее! А то ведь костей там не соберете! Мы снова здесь.
Кажется, здесь можно пройти. Что здесь? Сюда. Выглядит заманчиво. Здесь. Да тут полно траукеров! Возвращается на место!
сюда. Сейчас! Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Сюда. Ух ты! Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. А, еще такие. Отлично. Смотри, что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним?
Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Возможно, эти кольца должны вращаться. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади.
Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Приготовься! Ух ты!
что написано? Руны — символы трех норн. Норн? И судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Сын, сюда. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Пойдем. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да?
Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Тут эти странные дохлые твари. Тут и драугры есть. Они что, сражались? Смотри, он залез под колонну. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти.
Мальчик! Где ты? Трей! Он замедляется! Подожди меня! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Цуна. Фока. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват? Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын.
Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Пока. У меня никак. Пригодится. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог. Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно?
будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели.